Итак, всем сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл. Сегодня я вам покажу, как же сделать так, чтобы Гладус на нас выпучила глаза. Вот так. Ладно, пошли. Где? Хорошо, открой шахты. Я не хочу этого делать, я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она подключена. Отставить панику, подключена. Она. Знала бы ты, какая она была противная и честно, прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Или я. Маньяк? Знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никого его больше не видишь. Потом... Держала ты меня, удержала чудесно. Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. Извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. Я опять посмотрел. Нет, ну... Просто слишком... Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасателей. Так, давайте я это промотаю. Хорошо, подключи меня, и я зажгу свет. Вот, держи. Да будет свет. Не заглючило. Я цитирую. Это первый раз. Какой ужас. Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Угу, хорошо. Так, спасатель. Так, поднимается. Окей. Не волнуйся. Я тут всем. Это его остановит. Полная безопасность. Еще быстрее. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Так. Теперь прописываем наш... Сейчас. Совсем забыл. Прости паниковать. Я могу все остановить. Здесь пароль. Я его взломаю. Не проблема. Давно не виделись. Как дела? Сделали. Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? Нет, еще раз. Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наше разногласие. Ради науки. Ты чудовище. Да ты сама вон чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень-очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Так, секундочку. Но сначала так, нужно уладить одну мелочь. Вот, нас на самом деле не схватили. И вот Гладус выпучивает свои глазки. Подлетаем к ее глазу и видим, что она... Ну, как сказать, не выпучивает, но... Мы подлетели, короче, к ее голове. И мы можем ее повнимательнее рассмотреть. Вон, как вы видите, эти... лапы, которые как бы схватили Уитли. И, кстати, про Уитли. Где же он сам? А его самого нет. Нормальное. И портал Гана тоже нету. Да.
А что за звуки, я не знаю. Как вы видите, это выглядит. Да, это выглядит вот таким образом. А на звуки давайте не обращать просто внимания. В основном, да, это выглядит вот так. Как будто вот это вот батарейки. А чем очень на них похоже, кстати, на батарейки? Да, это, видимо, и есть батарейки. Вот как вы видите, вот эта вот часть, вот эта, она как бы немножечко GLaDOS не прикреплена. Вот. Так что вот так. Да. Ну, вот и все. С вами был Кирилл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи и всем пока!